Ну ничего страшного, крути, крути. Крути, крути. Снаружи. Бегом бежишь. Надо окна открыть, наверное, да? Чтобы там прохладно было. Ирина, окна открыть надо? А на ночь закрыть. Вот, и он прыгает за ночь. Давай посильнее, что-то стихаешь. Давай, давай, еще немножко. А, лук не поливал. Что, нравится под дождем бегать, да? Нравится. Нравится, да? Дождик капает на тебя, да? Иди на стульчик, садись, будем смотреть. Садись на стульчик, маленький. Плохо давай. Танцевали. Вот он весь дождь. Не говори, да что ты. И вот так всегда. Вот так и в прошлый раз, капнуло чуть-чуть. Кошмар, кошмар. Танец, давай. Танец дождю, давай. Как ты сейчас танцевал, Дим? Танцуй. 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 Ой, как капает дождь. Кошмар. Дождик, 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 дождик. Посильней. Что вот они ездят по нашей линии? Вообще они не с нашей линии даже, смотрите. Деловые, блин. Какие они пушистые. Иди, иди, я тебя поглажу, иди. Ты живешь здесь, да? Живешь? Миролюбивая. Идем, идем. Не гавкну. Идем, тебя поглажу, иди, боится. Идем, я тебя поглажу, идем. Осторожно. Осторожно. Молоденький, что ли, да? Молоденький, наверное. Ну, что вы такое сикает, смотрите, прям. Идем. Прям при людях даже не прячется. Ай-яй-яй, скажи, да? Ай-яй-яй. Ну пошли, куда ты хотел? Дом там? Куда? Живет. Сюда. Иди сюда. Идет кошечка к нам. Сейчас мы ее поглазим. Ты что, голодная? От нас рыбы пахнет, да. А мы рыбу поели. Да, мы рыбу поели. Ну какая рыжая. А хвост трубу. Смотри, давай погладим. Дяди, вот, там ты. Ой, ты какая. Хвост, какой красивый хвост, смотри, у нее. Вот ты. Ой, все, батя. Вот котяра, слушай, такой симпатичный. Идем, идем. Боится. Аккуратно. А кошечка не боится. Аккуратно. Собака боится. Здесь Лёдька. Здесь Лёдька. Вот ему Халёся. Халёся.
Хорошая. Ты кушать, что ли, хочешь? А? Дома не кормят. Хочешь? Тебя кормят? Кормят? Здесь тютики у тебя глаза такие грустные. Дим, ну ты меня уронишь. Приятная такая. Тот кот прям мог цапнуть. Смех такой, смотри, какой прям ядреный такой хороший. Смотри, хвост прям. Убежала. Смотри, сейчас она будет тереться в собачку. Они прям это. Да что ж ты, сикаешь и сикаешь. Чтоб все знали. И я сейчас буду сикать. Нет, не надо здесь сикать. Легла. Лег. Ну, покупать это, вот надо все сносить. Дима! Ты успокоишься или нет, Дим? Ты можешь нормально? Дом, который заброшен, здесь когда-то мужчина жил. Видимо, его не стало. Дом, ну, дом классный, кстати, красивый. Такой это особенный. Заброшенный. В прошлом году мы с вами гуляли. Ворота вот были открытые. Видимо, хозяева приехали, закрыли. У нас был замок. Жалко. Там уже все заросло почти. Колодец какой-то есть. Жалко дом. На отшибе как раз находится. Очень, на самом деле, обидно. Банька у них еще есть. Ну вот, очень жалко такие дома, хорошие, которые, в принципе, хозяева умирают, а участки, дома остаются, и никому не нужны вот это. Мне прям вот очень обидно всегда. Здесь тоже что-то он. Баня вон есть. Ба, проводов, смотри, мам, как много. Вот, навешано, смотри, как много проводов. А куда так много? Елочка, баня даже есть. Обалдеть. Опа. Забыл свою камеру не уронил. Ну нет, я же далеко. Дорожка? Ага. Мне очень нравится этот участок. Я бы вот этот дом купила. На отшибе, конечно, но мне нравится он. Ну, я не знаю, какой-то особенный такой. Я всегда помню, ребенком была, приезжали на велосипедах. А мне наоборот неприятно. Неприятно? Тут баня есть. Ну, правда, он, конечно, на отшибе. Он какой-то дом особенный, мне кажется. Страшно? Какой-то, как с привидениями. Да даже заходить страшно. Да ладно. Там, вот, ну там уже все заросло. Здесь мужчина, я помню, жил. А там, интересно, вот. Вода есть у них в этом комнате? И пошла. А ты пойдешь? Нет, я боюсь. А что ты говоришь, пойдем зайдем? Страшный такой дом. Надо было в прошлый раз зайти. Гараж вон есть внизу. Баня. А? Ну иди, хочешь зайти? Я тут посмотрю. Не, я одна не пойду. А ну нет. Ну там смотри, как красиво, там все заросшее, такая девственная природа, как я люблю, когда заросшесть такая. А у них интересно, вода в колодце есть? А то у нас воды так и не включили, нету. Уже месяц прошел, все, воды нету. Все сохнет. Дождя вот нету толком. Кто лежит? А, вот это береза, что ли? А. Точно, да. Ушки такие. Сбоку, наверное, особенно. А, сбоку похож. Ага, сейчас как побежит. Не знаю, напишите в комментарии, как вам дом. Мне нравится. Какой-то он особенный, в нем что-то меня привлекает очень. Ну да, может быть, обидно. Здесь много, наверное, мне кажется, таких домов, которые
Хотя нет, домов заброшенных. Участки, да, заброшенные. Вот, пожалуйста, калитка одна осталась. Заросшая. Но у меня нет ничего особенного. Просто заброшенный участок и все. По этой линии, вот эта вторая линия считается. Здесь много таких. То есть вот по этой стороне все жилые, а по этой заброшены почти все. Ну, там пару участков всего. В прошлом году с вами ходили там. То есть, ну, а там довольно ухоженный такой домик. Ну, и в продаже, как было, не видел. Ну, что делать? Нету нашего дома. А утром, когда светло завтра, пойдем искать. Сейчас уже темно, мы уже не найдем завтра. Ура, дожди! А руки к небу голубые. Давай, давай, давай. Лей, дождь, лей. Ой, прям струйка течет. Можно ведра ставить.